В Некрасовском завершился турнир по мини-футболу памяти Андрея Маслова. Универсального спортсмена, хорошего тренера, отличного организатора, много сделавшего для развития спорта в нашем районе. Кто взял Кубок Маслова, расскажем прямо сейчас. Вольно. Уважаемые граждане, команду для проведения традиционного... Весенний турнир по мини-футболу среди команд, предприятий и организаций проходил в течение полутора месяцев. Всего в нем приняли участие 5 команд из Некрасовского и Красного профинтерна. Главным судьей соревнований стал председатель районного спорткомитета Сергей Парфенов. Почетными болельщиками – родные и близкие Андрея Маслова. Вам спасибо за вашу память, что вы находите время, желание играть. Я надеюсь, что это и будет продолжаться в дальнейшем, что в ваших сердцах жив ваш наставник, я так думаю. Огромное вам спасибо. С первых игр лидировали большие соли. Они в итоге и стали победителями турнира. Второе место у некрасовской сборной «Три кита». На третье вышли футболисты из команды дебютанта «Фаворит». Лучшим вратарем турнира был признан Михаил Зюнов, лучшим игроком – Алексей Шумилов. Расширение географии турнира и привлечение в его ряды новых участников, как и все, что касается развития массового спорта в нашем районе, есть продолжение дела, которому посвятил жизнь Андрей Маслов. А значит, и лучшая память о нем. Третий год подряд, значит, у нас такая традиция существует. Именно на территории больших солей проводим грязь в броне. Третье место заняла команда «Золотого колоса». Мероприятиях. Удачи вам, будьте здоровы, занимайтесь спортом.